придется попотеть. Смотрел за ними там. И одного, и второго уже видел. Он, по-моему, все время где-то на мире катается. Бывает. Там поди тренера придумают, как ему с ним бороться. Да они думают, Чекитадзе он это на Олимпиаде боролся. Чуть-чуть там слабинку себе дал и сейчас нагоняет, потому что Олимпиаде на конях. Там же шибко расслабиться не дают. Чуть-чуть отдохнул и все, начинаешь проигрывать. Самое главное, чтобы не получилось там, что из Беларуси это пацаненок на Олимпиаду приедет, всех 10-0 ушатает и все. Ну, я про Беларусь этого говорю, там такой чудик, он может выиграть любого сухую, а может наоборот проиграть. То есть у него нет там ни тактики, ничего, он просто берет и кидает. Чемпионаты Беларуси снимал, тут вот есть на канале, как раз я сидишь на этом канале, и все схватки есть, там просто все схватки, 10-0, то в одну сторону, то в другую, минуты 2-3 идут.
там такое зрелище. А не трансляция, ничего нету. Есть одна и то вся NPC там. Пока эфир есть, покажет, эфир закончится, все. Ни видео, ничего не сохраняется. Что попало, короче, с федерации. Вот в Украине примерно так же, как в Беларуси, там пацаны выходят, рубятся конкретно. Ну, 74 там, не знаю. И как бы, они там все на одном уровне получается. Их человека 4, да, там с России, с Белоруссии, потом Чамиза и Бороус. Вот они, кому повезет, кому не повезет там. Такая вот ерунда. Кто-то там где-то заболеет, а на неделю с тренировки вылетит, там кто-то травмируется или что-то, такая мелочь, а на результате это разится. В 86 килограмм, а это он выиграл Дейка. Если я не ошибаюсь, я почему-то думаю, что выиграл он его. Дейк же, получается, на чемпионате был 79. А потом у них типа шоу эти там проводились, он ему проиграл. Два раза они встречались, и два раза он проиграл, по-моему.